Отделение скорой помощи в Лангепасе масштабно обновили впервые за 20 лет. После капитального ремонта у персонала появилась возможность с комфортом отдохнуть между вызовами, принять душ, подготовить медицинскую укладку и в удобной обстановке оформить документацию. Главный врач Лангепасской городской больницы лично оценил масштаб проведенной работы и пообщался с коллективом. Подробности в сюжете Сары Туаевой. Отделение скорой помощи работает в круглосуточном режиме. В сутки сюда поступают десятки звонков от лангепасцев с различными жалобами. На линии ежедневно находятся 4 линейных бригады и 3 фельдшерских. Процесс их работы нескончаемый. Персонал стоит на дежурстве порядка 10-12 раз в месяц. Поэтому, как отмечает главный врач Александр Нохрин, очень важно, чтобы бригады скорой помощи, находясь в режиме ожидания, пребывали в комфортных условиях. Ремонта не было больше 20 лет, и вот в течение 2,5 месяцев мы провели косметический, но это глобальный ремонт, который коснулся всех помещений отделения скорой помощи. Был заменен свет, отремонтирован пол, стены, потолок. То есть фактически подошли комплексно к решению этого вопроса. И на сегодня мы видим, что условия для комфортного пребывания и работы специалистов созданы. Изначально отделение скорой помощи находилось в приспособленном помещении на улице Солнечная, 6. Это была 4-комнатная квартира. В 2004 году медицинской бригаде выделили новое помещение со свежим ремонтом и оборудованием. За почти 20 лет капитального ремонта здесь не проводили. Вы теперь смогли сами убедиться, как здесь классно, красиво, здесь приятно, здесь у нас уютно. Мы же здесь проводим все, практически большую часть своей жизни мы проводим на работе. Несколько месяцев понадобилось подрядной организации, чтобы провести реконструкцию более чем 200 квадратных метров. В этом им помогали и сотрудники хозяйственной службы Лангепасской городской больницы. Нами было сделано электрические розетки заменены, также сантехническое оборудование заменено, поклейка обоев. В актовом зале у нас также покраска дверных проемов, оконных блоков, установка кухонного гарнитура. Каждый сотрудник, каждый специалист, который участвовал в этом мероприятии, так сказать, он уложил свою частичку души. После капитального ремонта помещения у персонала появилась возможность с комфортом отдохнуть между вызовами, принять душ, пообедать на новой кухне, подготовить медицинскую укладку и в удобной обстановке оформить документацию. И еще стоит отметить, обновление ожидается и в автопарке отделения. Ведь по нормативам автомобили скорой помощи эксплуатируются не более 5 лет. Сара Тураева, Тимур Зигангиров, Вести, Югория, Лангепас.